Всем привет, друзья! Меня зовут Лавр, вы, как обычно, в Frost Home, и сегодня мы пытаемся ответить на очень классный вопрос. Какой же нож все-таки самый крутой? Поуже, на парик, фронталочка, красненький, поменьше, побольше. Выбирая самый крутой нож, достаточно сложно становиться на какой-либо модели, и поэтому я предлагаю выбрать кое-какие критерии. На самом деле, один из самых очевидных маркеров – это популярность изделия. Думаю, согласитесь, если нож наиболее крутой, то наибольшее количество людей захотят себе его. Поэтому один из самых крутых ножей на рынке – это Ontario Red 8848SP. Черненькая, классическая, да, не кидайтесь помидорами, думаю, все так ее знают. Но, объективно говоря, по количеству этих ножей в мире, крыса едва ли не самый крутой нож. Почему крыса такая популярная? Ее крутость и красота в ее простоте. Все знают, что это простая модель на шайбах и из элементарного АУС-8. А что еще есть такого же крутого? Правильно. Ножи от Моры и ножик Basic, который продается в мире, наверное, ничуть не хуже, чем Ontario Red. Кстати, у меня очень классная летняя версия в действительно летних цветах. Это версия 23-го года. Единственное, она сделана из углерода. И надо понимать, в какой поход вы с ней пойдете. Потому что углеродочку от Моры я бы не брал на сплавы. Но если вы рассматриваете ее как хозяйственный нож, да, этот ножик стоит очень недорого, его действительно можно рассматривать как ножик для гаража, то углерод будет, наоборот, предпочтительным вариантом. Если мы говорим про наиболее крутые Моры, то, в принципе, можно рассмотреть улучшенные варианты, которые будут стоить подороже, но в случае Моры это все равно будет достаточно низкая цена. У меня в руках компаньон, но необычный. Специальная туристическая версия с огнивом. И да, если вы не понимаете, как пользоваться огнивом, то не надо писать, что это бесполезная вещь. На самом деле огниво это очень круто. У него есть несколько преимуществ. Оно никогда не промокнет, оно не истратится, в отличие от каких-нибудь спичек или зажигалки. Ну и да, оно немножечко сложнее в обращении, но тем не менее оно бывает полезно. Компаньон, в принципе, одна из самых популярных моделей Моры и именно из-за своей простоты, я думаю. Она также очень хороша, как и Basic в работе, но в случае этого компаньона есть один плюс. Он сделан из нержавейки. Его можно рекомендовать на любой выезд. Это были максимально простые ножи, которые известны и популярны именно из-за своей простоты. Но простота, в общем-то, не всегда является залогом успеха. Наглядный пример для этого – это компания Victorinox и их офицерские и солдатские ножи. Собственно, VIX — это одна из самых крутейших вещей, которые вы можете найти на рынке, и все их аналоги, кто бы их ни делал, будь то Бёкер или китайцы, на самом деле не лучше, чем оригинальный Victorinox. Один из плюсов VIX — то, что они являются еще и самыми дешевыми ножами на рынке, по крайней мере, одними из самых дешевых, потому что все варианты, которые дешевле, чем VIX, они очень сильно проигрывают по качеству. А те, которые не хуже, стоит значительно дороже. Конкретно эта версия, все время пытаюсь в названиях Victorinox, Climber, Huntsman. В общем, с ножницами, пилой и двумя лезвиями с кровашками. Плюс здесь есть штопор, в который я добавил часовую отверточку от них же. Кстати, это один из самых старых фиксов. Это вообще самый старый нож, который у меня есть, потому что мне его подарил отец еще и в нулевые. Единственное, что у меня поменялось, это плашки. Собственно, Victorinox не только крут, но еще и по факту бессмертен. Вообще, я думаю, что, возможно, не все наши зрители согласятся с таким подходом называть самым крутым ножом самым популярным, потому что такими методами можно назвать самый популярный автомобиль, скажем, Hyundai Solaris или что-нибудь такое. Поэтому перейдем, наверное, к самым красивым ножам на рынке. Самые красивые ножи часто сделаны из очень необычных и интересных материалов. У меня в руках Чебурков, и это модель Лидер. Рука сделана из мраморного карбона с золотистыми блесками, а клинок сделан из ZDI 1016. ZDI 1016 — это нержавеющий дамаск. Ого, да это же дамаска сталь. Самая лучшая сталь во вселенной. Решение дамаском, разумеется, не дает никаких бонусов относительно удержания режущей кромки или ударной вязкости. Не дай бог, это все мифы. Зато оно смотрится офигенно, особенно в сочетании с этим переплетенным карбоном. Кстати, рукоять из-за того, что сделана из карбона и имеет титановый спейсер, очень легкая. Дополнительный бонус для ношения в городе. Сам по себе нож является, с моей точки зрения, едва ли не идеальным эталонным профилем складного ножа, каким он должен быть.
Очень красивая вещица. Поэтому в какой-то степени, наверное, лидер один из самых крутых ножей на рынке. С моей точки зрения, одни из самых красивых — это классическая серия Бёкер. Конкретно у меня траппер. Не обладает какой-либо пружиной и, по сути своей, очень простой ножик, который можно будет носить, кстати, даже в Европе, почти во всех странах. Рука сделана из очень грубой джинсовой микарты и, в принципе, от ножа веет таким 19 веком, в самом лучшем понимании этого слова. Одна из самых красивых вещей на рынке и не думаю, что можно что-либо добавить. Он не слишком функционален, зато, блин, он чертовски крутой. Другой ножик, обладающий своим достаточно элегантным обаянием, это Протек от Терзуолы ATCF. Как и любой Протек, ножик имеет немного агрессии, и Боб Терзуола, в общем-то, позиционирует свои ножи как ножи для ножевого боя. Но конкретно в этом ноже я этого особо не ощущаю. Как по мне, это очень элегантный складин с очень-очень крутым открытием. Протек, как обычно, хороши и запихнули весьма мощную пружину. Ножик пытается выбиться из руки. Рукоять — это кусок алюминия и, как заявляют в Протеке, полированная микарта. Она абсолютно не такая, как на прошлом Бёкере. Она не цепляется и скользит не хуже, чем какой-либо пластик. Зато смотрится дорого и приятно. Отдельный плюс то, что конкретно этот Протек сделал не из их любимой 154 CM, которая хороша на удержание режущей кромки и хороша по резу, но, скажем так, далеко не идеальная сталь. Здесь стоит MagnaCut. И, в общем-то, как уже сказал, это отдельный и хороший бонус. Поскольку мы заговорили про Протек, надо, наверное, упомянуть, что одни из самых крутых ножей, если не самые крутые ножи, по крайней мере, по мнению их владельцев, это брутальные ножи. У меня в руках Ультратек Танта с надписью Malum Labe. Думаю, не нужно переводить с греческого, что это означает. Ножик очень крутой и очень пафосный. И любой тактический ножик не слишком функционален. Но от этого он не становится менее желанным. Это вообще общая проблема любых тактических и около милитари ножей. Часто они упирают именно на агрессию, а не на функционал. Например, картошку чистить или строгать ветку таким ножом будет не очень удобно. Тем не менее, брутальные тактические ножи почему-то на кармане живут даже чаще, чем свои красивые собратья. Другие очень крутые автоматы, которые при этом имеют очень много брутальности, но не относят себя к милитари ножам. Это серия Launch от Kershaw. Согласитесь, они выглядят футуристично и злобно, особенно данный 13-й Launch. Отличительной их особенностью является то, что они сделаны в Штатах, что в принципе удорожает стоимость ножа. Но вместе с этим они не стоят так дорого, как Protek. При этом по механике, в общем-то, ему особо не проигрывают. По стали. Во-первых, это CPM-154, порошковая версия 154CM. И, что интересно, рукоять сделан алюминий, поэтому ножичек ощущается приятно. Я люблю, когда нож иногда немножко холодит руку. Конкретно 13-й лаунч имеет скелетную форму, и из-за этого он еще и очень легонький. Если честно, я не сильно люблю ножи, у которых такая необычная фактурная рукоять, но вот этот мне ложится прям идеально. Только одним хватом, но тем не менее, в общем-то, держать его приятно. Другой пример очень классного ножа, который при этом не относится к милитари ножам. Это Cold Steel Espada. Один из самых брутальных и, блин, явно крутых ножей на рынке. Espada, как по мне, ассоциируется в первую очередь с Харли Дэвидсоном, сигарами и вообще североамериканской байкерской культурой. Хотя сам дизайн родом из Европы, потому что Espada — отсылочка к Навахе. И, по сути, Наваху она полностью повторяет, ну, за исключением элементов, скажем, трещотки. То есть ножик родом из Средиземноморского бассейна. Espada является одним из самых любимых ножей Cold Steel и, наверное, их иконой. Кстати, это еще и любимчик Лина Томпсона. И, помимо прочего, ножичек еще и весьма функционален. Поэтому, если спросите лично меня, то, возможно, Espada будет одним из самых крутых ножей в мире. Что по брутальным фиксам? Cold Steel Recontenta. Кстати, наверное, этот ножик попал бы и в первую категорию, потому что в своем размере он, наверное, самый узнаваемый и, черт возьми, его имеет огромное количество людей. Не так давно компания Cold Steel подсмотрела одно решение
у кизлярских мастеров, а именно у компании Кизляр ПП. Они сделали разноцветные рукояти. Кстати, не очень понимаю, почему раньше это было не совсем распространенной практикой для Gold Steel, но так стало немного интереснее. Правда, я бы, наверное, в серии сделал еще разноцветное покрытие и разноцветные ножны. А то сейчас они до сих пор остались черными. Очень известный ножик в современном исполнении стали SK5. Работает отлично. Это убавило ему цены, и вместе с тем данная простая и функциональная углеродка, обладающая хорошим резом, весьма хороша. То есть, по соотношению цена-качество, ножик стал еще лучше. Рекомтанта — это один из самых неубиваемых холмов на рынке, и если вам нужен нож на настоящий хард-юз, и вы хотите иметь такую прям милитари-классику ножа, то он будет в самую тему. У Рекомтанта есть складная версия. Рекон 1. Он уже появлялся в цветных рукоятях, но сейчас стала, по-моему, более массовая серия. Рекон 1 в данном случае, по крайней мере, у нас появились в формате Танта, но они есть и в более обычных и, если честно, с моей точки зрения, употребимых вариантах, как Clip Point или Spear Point. Однако у Танта огромное количество поклонников и свои фишки в Танта-клинке на складе определенно есть. Что сказать про него? Это один из самых живучих складных ножей на рынке и переживет гораздо больше, чем 95% других складней. По сути, это один из идеальных и наиболее универсальных складных ножей, поэтому он чертовски крут. Посмотрите, триадлок выдерживает около 100 кг на закрытие, даже побольше. А рукоять не имеет стальных лайнеров, поэтому он еще не слишком тяжел. Сталь клинка неплохая нержавеечка S35VN, зато сделана из порошка. А покрытие клинка — это DLC. Наиболее стойкое покрытие, которое можно встретить на ножах. Поэтому Рекон 1 это явно претендент на звание одного из самых крутых складных ножей. Это все были достаточно общие слова, но часто самыми крутыми ножами называют ножи, имеющие выдающиеся свойства. Например, у меня в руках хиндлеровский Zero Tolerance, моделька 0562. Я большой фанат ножей от Рика Хиндлера, если честно, не очень большой фанат ножей от ZT, но модельки с дизайном Рика — это что-то особенное. 0562 отличается от многих других очень высокими спусками. Да, у него не самый тонкий обух, поэтому ножик, кстати, еще достаточно живучий, но высота спусков дает ему прекрасный рез. Конкретно в этом сталька S110V. Небольшой дополнительный нюанс. Ножик еще и очень тонко сведен. По крайней мере, сведен значительно тоньше, чем ножи от Cold Steel. И да, это еще один бонусовый реза. Что по поводу реза с ним может поспорить? V-Knife Mirata. Это тоже флиппер, тут в принципе тоже титан и суперсталь на клинке, 20CV. Что выиграют еще в резе 10V или 20CV, можно немножечко поспорить, но мы настолько сильно углубляться не будем. Скажем только то, что оба они режут отлично. В чем разница? У этого ножа чуть более тонкий обух, и несмотря на то, что спуски чуть-чуть пониже, совсем не сильно, это на рез влиять не будет. По сведению V-Knife даже выигрывает, а плавная геометрия клинка даст весьма неплохой рез. На самом деле, что первый, что второй ножик можно использовать как походные кухонники. Что конкретно нравится в V-Knife? V-Knife делает гораздо более плавную и приятную механику, чем Zero Tolerance. Почти на всех моделях. И да, V-Knife стоит при сопоставимых или даже более дорогих материалах немного дешевле, чем ZT. Но, опять же, это китайцы, и многие до сих пор к этому относятся, ну, немного предвзято. Суперсталь, тонкое сведение и высокие обухи — это, конечно, хорошо. Но что, если я вам скажу, что ножи с не очень высокими спусками, простой прокатной нержавейкой и даже не самой крутой термичкой, обратите внимание, могут в некотором плане уделывать данные ножи по резу. Что для этого нужно? Правильно. Для этого нужен серейтор. Тут мы переходим к компании Spyderco, а именно к Матриарху и Полису. Полис, кстати, еще очень крут, потому что это крайне известный ножик, один из самых старых ножей, первый тактический нож. И, собственно, ножик Ганнибала Лектора по книге. Про Матриарх можно сказать почти то же самое. Только у него есть дополнительный бонус.
это изогнутое лезвие. Ножи серии Цивилиан, а именно Цивилиан и все виды матриархов, являются едва ли не самыми резучими ножами в своем размере. Это одни из самых агрессивных складней по резу. Банально, изгиб режущей кромки и отличный серрейтор позволяют им вгрызаться в любые материалы. И если вы будете проводить тест, скажем, порубки бумажных трубок, пускай даже без замаха, вы обратите внимание, что новеньким матриархам это будет сделать гораздо проще, чем неплохо заточенным кухонником. Серьезно, лично мне казалось, что гораздо проще. Относительно палиса. В быту это, наверное, по крайней мере в полном серрейтере, не самая удобная вещь, потому что в старой версии с металлом он достаточно тяжел, он действительно скользок, но вместе с тем он берет именно своей харизмой и, если мы говорим про вариант завода, очень большой агрессией, потому что перерезать, скажем, ремень безопасности, то, что нужно было полицейским, или веревку, этот ножик может гораздо лучше, чем нож с любой другой обычной заточкой. На самом деле, все представленные выше ножи очень круты, но они не являются королями по резу среди складней. Потому что король по резу — это Опинель, и особенно номер 13. Да, банально, это огромная сабля, которая тонко сведена, и, блин, у нее точно такой же по толщине обух, как у Zero Tolerance, несмотря на огромные спуски. По факту мы имеем гипертрофированный огромный кухонный нож, который умеет при этом хорошо резать. Что про него сказать? Это, конечно же, борщ, если мы говорим про 13-й. Как по мне, это больше сувенирный вариант, чем какой-либо кухонник, даже в походных вариантах. Но если мы возьмем модельку номер 12 или даже банально номер 6, они будут прекрасны. И, блин, версии углерод, они выиграют даже у ножей из порошка. Таких, как выше представленная Zero Tolerance, либо V-Knife. Подводя итог. Какой ножик в мире можно назвать самым-самым крутым? Я бы, на мой сугубый вариант, назвал бы либо палис, либо, черт возьми, металлическую спаду. Потому что эти ножи чрезвычайно круты. Но у каждого человека будет свой ответ на этот вопрос, потому что для каждого важны свои задачи. И насколько хорошо нож с ними справляется, банально, даже если задача понтоваться, настолько он и крут для своего владельца. Пишите в комментариях, какие ножи вы считаете самыми крутыми в мире, а по ссылке в описании вы найдете скидку почти на все ножи, представленные в этом ролике. Я был рад всех вас видеть. Всем пока!